Сегодня Самуил нам расскажет, какие животные у него есть. Космонавту покажет. Космонавт прилетел посмотреть на ракете. Кто это у тебя? Самуил, кто это? Кино. Это леопард. Байт. Скажи, леопард. Леопард. Это морской конек. Скажи, барсик. На барсика похож, да? Скажи, морской конек. Может, он так постоит? Нет, не хочет стоять. Стой, не падай. Пати. Не падай, морской конек. Пати. Давай дальше. Кто же еще есть у Самуила? Кто это? Барсик. Тигр. Барсик. Барсик. Тигр. Барсик. Барсик, тигр. Барсик. Тигр. Ага. Дальше. Опаич. Падает. Ты рассмотрел его? Это тигр. О. Ди. Ачи. Даши. Что же еще у тебя есть в коробочке? Лев. Жираф. Слоу. Жираф. А это кто? Черепаха. Это черепаха. 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 Опалка. А это лев. Лев. Зеленый. О! О, на пальчик одевается. О, какой лев. Ва! Я боюсь, боюсь, боюсь. Ва! Ой-ой-ой. Ва! Ва! Ой-ой-ой. Так, кто еще есть там? Есть. Это с паровозика, да, у тебя? Блочка. Такой блок. Камушек. Угу. Дальше снимаю. Тут приносит. Кто же у тебя еще есть в коробочке, Самуил? Доставай. Откройся. Не, оно не откроется. Не откроется. Доставай из коробочки. Кто там у тебя? Тю. Вот у нас есть тигр. Сейчас мы так положим. У нас есть тигр. Как тигр делает? Сэм, как делает тигр? Да, правильно. Тигр. Морской котик. Лев. Леопард. На. Черепаха. Тетя. Жираф. Тетя. А кто там, Самуилышка? Кто же там? Покажи-ка, кто там? Дальше открывай коробочку, доставай животных. Мы посмотрим еще, кто у тебя в коробочке есть. Эй, привет, Сэм. Доставай. Что? Не, оно не откроется. Давай маме. Спасибо. Доставай следующую. А это кто? Кива. Это слон. Слон. О, он такой сильный слон, да? Слоник сильный. Ты на пальчик его одел, да? Спасибо, давай сюда. Слоник. Правильно, слоник.
Дальше. Садись. Садись, слоник. Дальше. Дальше. Открывай коробочку. Открывай, открывай, Самуил. Тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Открывайтесь. Кто там живет в домике? Открывайтесь. Самуил, ты нам покажешь, кто еще живет в коробочке? Открыл. Открыл. Закрыл. Ну давай посмотрим, кто же там еще есть.